Лучший эрангельский геймплей, который вы сегодня увидите, это, конечно же, Зенос! И, внимание! А, нет, я думал, он, как всегда, пролетит первее всех на минуту, но здесь примерно поровну. Не нашел оружие, упал не на пушку, не повезло, но, тем не менее, смог перетянуться, перебраться, нашел микроузик, скорельку, этого уже достаточно. И погнал жесточайший скилл. Сразу же настреливает игроков, запирая их в узком пространстве, не давая себя пропушить. И здесь со старта уже сколько? 4 фрага? Воу, очень хорошо так на него вышли. Хорошо было бы найти хилочку, и находит непосредственно в трупе. Зомби немножечко напрягают, но решает их не трогать. Хотя странно, мне кажется, можно было бы, потому что с них тоже выпадет что-то сильное, что-то неплохое. Нашел большую аптеку, второй сет. Там еще и эйс лежит на полу, если надо. Короче, одни только плюсы, удобства и кайфы. Отлично. Здорово. Опа. Хорошо настреливает по первому, и второго также пытается аккуратно разогреть. Выпрыгивает на префайре, зная, что соперник находится здесь. Не забайтился, кстати, на его скины новичка. И просто пошел вперед раскатывать. Хорош, хорош максимально. Зенос прям красиво разваливает. Ну и 7 фрагов на топ-80. 7,6. Что-то у него какие-то странные цифры. Вам не кажется? Такое впечатление. Так, кто-то умер. Нет. Такое впечатление, вот что-то, знаете, немножечко симпащины отдает. Хотя и внизу тоже. Что-то у него как будто бы картинка наслоилась. Или качество просто не то. Не знаю, но вот что-то. Что-то не так. Я это чувствую. Слева чел стреляет. 10-й фраг уже есть у Зеноса. Ну и можно чувствовать себя максимально доминирующе на этой локации. Потому что, очевидно, здесь он самый жесткий, самый крутой и самый скилловый. Всех зачистил, никого не осталось. И поехали на починки. Слышно и слева, и справа. Наверное, вот дом рядом было бы легче запушить, но Зенос не ищет легких путей. И поэтому просто заходит с гранатой в дальнюю комнату. Но пока не уверен. Не уверен, что 100% нокнет оппонента. Пытается перебросить. Не получается пока что. И не перелететь. Не, нормально, со второго раза вышло. Ну давай. Ну выходи. Усюка. Сложный попался парень, но не настолько. Главное просто было правильно его поймать. В нужный тайминг. Именно это и произошло. Сзади очень жесткая стрельба. Похоже, что вот Нур как раз-таки с АКМом кого-то там перестрелял. А вот они, сегодняшние победители, кто забирают бесплатные UC-шки. И все они предоставлены лучшим магазином OnTop UC Shop. Там всегда отличные предложения, выгодные цены, огромнейшее количество способов оплаты. Все удобно, надежно, безопасно и очень быстро. Поэтому обязательно переходим по ссылочке в описании. Подписываемся на магазин OnTop. Это также можно сделать по QR-коду, который сейчас надо мной. И помните, у тех, кто подписан, больше шанс выиграть в розыгрышах и залутать бесплатные UC-шки. Ну и, конечно же, если вам нужно купить UC, делаем это в OnTop UC Shop. Еще слышно микроузик. Ну и пока что все. Микроузик на микроузик. Не хочешь? Да, вон он труп. Можно было бы посмотреть. Кстати, не все знают, но когда ты открываешь меню трупа, там пишет его ник. И можно поэтому ориентироваться. Но я не помню ник убитого, я помню, что Нур стрелял. Сейчас посмотрим, он это был или нет. Снова заранее разогревает хаешку, но не может в нужный момент ее выбросить. Соперник не подставляется. Хорошо продамажил.
второй его друг, здесь тоже с гранатой в руках, но выбросил ее просто в никуда. Ну, считай, потратил. Здорово, этого парня он уже убивал. Это после реанимации, и второй тоже, по-моему, из их же сквада. Нет, это оказался не тот чел, о котором я думал. Ну, ладно, бывает. Хорошо, залетаем. Здравствуйте. Парень боится, поскольку только прилетел. Понимает, что у него не так много ресурсов на то, чтобы пофайтиться. Ну, и Зена с этим пользуется. Хотя, посмотрите, очень хорошо выглядывает на префах оппонент. Но Зенос не байтится. Будь это кто-то другой, скорее всего, вот этот Нур его бы перестрелял. Но не Зеноса. С Зеносом так не получится. Конечно же, если вы не знаете, то можно просто, смотря это видео, получить бесплатно UC-шки, РП-ху. Для этого нужно всего-то подписаться на канал с колокольчиком, подписаться на мой Discord и написать под этим видео любой комментарий, в котором будет больше, чем 4 слова, и в этом же комментарии написать свой ID. По этому ID я отправлю 3 случайным счастливчикам 385 UC совершенно бесплатно. Так что пользуйтесь. Хорошо накидывает. Ой, как жестко. Сзади кто-то настреливает ботинок. Ботинок никогда не будет лишним. Захочет его немножечко поддоесть, да? Ну давай, подождем. Это что такое? Это что? Это что такое? Я глаза закрыл? Что это за темнота была только что? Не знаю. Не хочет оставаться за кругом. Хотя соперники-то там есть, чтобы и не остаться. Посмотри, тут настоящий тир пошел. Давай, давай. Ай-яй-яй, одной пули не хватает. Хорошо, и сам получает, правда, болезненную. Два нока есть. Если заберет третьего, то это будет ровно то, что нужно. Ай-яй-яй. Там, оказывается, есть дерево. Ну ладно, ладно. Пока что небольшое затишье. Полетели вперед. Жестко, жестко. Лянь, еще и получилось отменить. 19-й. Это... А, он думал, что его добил. Это очко! Он стрелял по этому челу. В это время кто-то дотикал. И Зенос подумал, что это он убил соперника. И перестал стрелять. Это могло быть страшно. Но... В итоге все обошлось. Добил и все нормально. Колесо сломали, поэтому тачку так жестко занесло. Уже ты не проедешь к этим пацанам. Опа. Снова пытается как-то так отработать на хаешке. Пока не выходит. Угу, видит чела. Ну, это смертельное. Давай, братан. А, нет, подожди. Полсекунды буквально. Вот передержал. Да там даже меньше. Там вот сейчас здесь реально на долю секунды была игра. Не остался, к сожалению, на крыше. Хорош, хорош! Красиво сыграл. Угу. Нифига себе, кстати, Зенос растет. Только недавно 100 было уже, говорит, подпишись для 250к. Вот это хорош! Вот это респект! Прям, наверное, из всех сейчас PUBG Mobile самый быстро растущий. Зенос, красава. Ну и, кстати, да, конечно же, хочется большое спасибо сказать тем, кто подписался с предыдущего видоса. 24 человека. Добро пожаловать. Я вас очень рад видеть. Ну а те, кто и так подписан и смотрит ролики, вам вообще отдельнейший респект. Вы просто лучшие.
привет. Что-то парни, походу, не понимают, что по ним стреляют с крыши. Хорошо настреливает. Второго тоже забирает. И третий наверху, его было слышно. Ага, это фулл сквад оказывается. Ну окей. Один из них какой-то ютублер. На префайре берет первого, раздамаживает очень больно. И нокает второго просто, просто в пиксель. Там его даже видно не было сквозь стену, как будто бы настрелял. Хорош, минус сквад, прям легчайший. Очень красиво дал. Зенас прям могет. Ну и остается 2 игрока, топ-20, нет, 27 фрагов, топ-3. Давай посмотрим. Ага, понятно. Инфа есть по обоим. Первого нокает и второго забирает налегке. Просто, просто уничтожитель. Просто нет равных этому парню. Идеальнейше настреливает. Ранг, кстати, ас был здесь. Поэтому, ну, солидные ребята. Но, кстати, вот казалось, как будто бы они ничего не могут с ним сделать. Вот она, друзья мои. Доминация. Просто не оставляешь соперникам ни шанса, и даже асы не знают, как против этого играть. Как против такого прессинга высиживать и что-то делать. 1v99. Райдиновские ники. Если кто не знает, то добавляя себе в никнейм 1v99, вы сразу же становитесь скилловей. Начало здесь не такое бешеное, не такое мясное. Доел специально этого парня, потому что, очевидно, тот человек на баге хотел его застилить. Собирает хаешки. Угу. А получится ли как-то ее так красиво кинуть? Нет, просто выбрасывает куда-то совершенно в другую сторону. Хорош! Чья-то граната здесь сильно помогла. Но, тем не менее, фраги есть фраги. И они теперь его. Они теперь зеновские. Зоновские. Нет, зеновские, правильно. Зеносавские. Да. Точно. Опа! А кто это здесь такой на розовом баге? Караballa! До свидания, братанчик. Такой неожиданно он вырвался из-за угла, знаете. Будто стоял в засаде на этом баге и ждал. Слышно было какого-то чела с юмпешечкой. Ага, вот оно. Вот он, ты где. Не спрячешься. Давай, сейчас идеальная хаешка на угол. Нет. Ну, раздамажил, походу. Походу, чел просто успел убежать. Как же он их зонит? Как же он их прессует? Просто вообще не дает даже за забором спрятаться. Да нигде от него не спрячешься. Кайф. Похоже, нет руки. Не может залететь наверх. Слышу три пары ботинок. Первая. Вторая. Третья наверху. Ну давай. Опа, опа. Микроузик — это опасно. Еще и фулл обвес. Надо быть осторожным. Но уже получил преимущество по здоровью. И давай, дружочек, все, наберешь. Так, разобрал всех троих. Сейчас они еще вернутся в полете с реанимацией. Если не очкошники, конечно же. А так, сейчас и проверим. Захотят ли они вот прилететь и подраться заново. Или же очканут и останутся где-то в другом конце карты ждать своей участи.
пока так. Затишье невероятное. А, кто-то едет. Ну что же, давай встречать. Опа, кто-то еще и прибежал. Не знаю, те же ли это парни. По-моему, нет. Хорошо. Как же он берет их на префайр? Ну и давай, снова третий. Как-то вот их потрое все время приходит. Видать, на троих соображали. Хотя нет, вот четвертый есть. Все, ребят. А, подожди. А, нет, все верно. Снова похороны на общагах. Опять же, огромнейшее количество лута, трупов. Еще и флэйр-дроп прилетает здесь. Вообще по красоте. Так, попытается на него, что ли, запрыгнуть? Заранее хотел прочекать, что там. АМР плюс МГ-3. Дайте два. Берем все. Фулл пакетом. С 4Х настреливает по Дженезису. Нет, какой-то Гиннес. Инес. Не знаю. Неважно. Светлана. Давай. И вторую. Просто, чтобы эффектно выйти под взрывы. О, опять он его подкидывает. Посмотри, подкинул, попал с АМР-ки. Добил с МГ-3. К сожалению, с АМР не хватило урона, иначе было бы вообще красиво. Но все равно это супер был фраг. Сам Зенос охренел, пишет, че вообще? Согласен, братан. Сам не понял, что это было. Но было красиво, тут определенно. Прокидывается хаешка. Уф. Уф. Техника бесконтактного боя на ваших экранах. Барон. О, ничего себе. Там какой-то есть серьезный парень, которого зовут Барон. Я бы с таким не быковал особо дерзко. Никнейм, он как бы, знаете, многое говорит о человеке. Вот, например, у Барона, очевидно, ЧСВ просто нереальнейшая. И очень маленький пипинус. Ну, потому что, ну, а как еще? Ну, либо он собака. Вы знаете, помните, Барон был собака? Крутой был пес. Пошли что-то гранаты, что-то соперники. Соперники жесткие, глянь! О, ничего себе! Чувствуете, пахнет крысой. Ладно, сейчас мы с тобой разберемся. Сейчас посмотрим, кто здесь. Барон. Там еще парень 1В99. Зенос аккуратно подкрадывается, забирает фаната Райдина. Запрыгивает. А, я думал, сверху так перепрыгнет. Слушай, я бы к тому дому снова спиной не поворачивался на твоем месте. Мне кажется, это очень опасно. Забирает еще одного. Это он. Это он, Зенос его запомнил. У него, конечно, жопа сгорела знатно, но благо это еще произошло тогда, когда была активная реанимация. Было бы гораздо обиднее отлететь чуть позже, ближе к финалу, и не вернуться в матч. Двое вроде. Вроде да. Я, кстати, я не пропустил очко случайно. Может быть, и прошляпил. Но надеюсь, что нет. Что-то так засмотрелся на месть, что немножечко провтыкал, не доследил. Венома забрал, смотри. Жестко.
И вот оно, топ-7. 25 до 30 и дойдем. Давай супер очко ты сделаешь. Савика забирает парня с непонятным ником. Немяцт. Что это такое? Хорош. И второго туда же. Парни, кстати, гляньте, бёрд-спортсмены попытались прокинуть смоки от соперника слева сверху, но не вышло. Здесь оказался Зенос. Так, убили. Ай-яй-яй. Все, супер очка не будет, только 30 фрагов максимум. Это жалко, это вот ты застилил супер очко, да? Ах ты, сука, ай-яй-яй, барон! Я не зря про него вспоминал, друзья мои. Вы видите это противостояние? Зенос против барона. Так. Хорошо. И сюда же. И второй. Вот он подъезжает. Ну давай сейчас. Главное вот тоже не перебаловаться. Ай-яй-яй-яй-яй! Не попал! Нет! Нет! Барон! Барон его победил! Да ладно! Готов поспорить, вы точно не ожидали такого финала. Это было просто невероятно. Барон! Оказался чуточку сильнее. Ну, там просто Зенос решил побаловаться. Но, тем не менее, кто победил, тот победил. Так что... Сам виноват, да? Понял, что я не закончил мысль. Хорош. Нашел сразу со старта ДБС. Давай тебя сюда же. Отлично. И там за контейнером сидит чел. Поджигает его. Угу. О! Подарок. Спереди что-то много стрельбы как-то. Очень. Не хочешь подойти? Чувствуете, да? Чувствуете? Сейчас весь сервер ляжет под Зеносом. Хорошо. Что-то как-то у него с юмпы так кучно все кладется, прям в точечку. Прямо настоящий мастер-монстр. Мега-компостер. Первого забрал, второго по приколу, третьего туда же. Нет, третий остался. Пока что живым. Хочет доесть, чтобы не застилили. Забайтил, получается, соперника на то, чтобы он вылез. И работаем с ДБСа. Не-не-не, не убежишь. Не убежишь, осюка. Давай-давай. Загнал его в угол просто. Как и льва. Но правда я не уверен, что тот был чувак львом. Знаете, как проверить, являешься ли ты львом или нет? Если лизал себе яйца, значит лев. Воу-воу-воу-воу! ДБС на ДБС. Как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома, да? Напряженная ситуация. Саспенс. Так. Так. Выходи, выходи. Ой, сука, и ты сюда же. Хорошо. Зомби так прокряхтел, прикольно. Типа, знаете, как батя, которого ты будешь с утра, а он не хочет вставать, такой. Отвали. Да вот оно и было. Оу. Видели, наводка была? Видели, видели, я видел. Довелся прицел.
Топает чувак. Куда ты? А ну не топай. Что-то, кстати, он сильно задержался на этой локации. Ну а чё, фраги сыпятся, чё бы не задержаться. И опа, желтого. Интересно, он выбрал себе желтый костюм для того, чтобы не было видно, если он обоссытся? Ну если да, тогда ты все сделал правильно, потому что сейчас ты явно... неплохо так навалил штаны. Хорош, все. Зачищено. Стартовая локация. 16 убийств есть. Рэмбо Меменин 61 уже, по-моему, был в этой катке. Или в предыдущей, или я вообще запутался. Но я видел этот ник сегодня 100%. Я уверен в этом. Я просто не сомневаюсь. Ха! Запутал! Наперсточник. Соперник не знал, куда ему смотреть. Когда показываешь коту, сразу несколько вкусняшек. Он такой, дай что-то. Вот, здесь примерно так же. Опа, опа, размансил, смотри, сделал вид, что бежит направо, потом развернулся налево. Обманул баги водителя. Не дал себя задавить. Приветствую. Не хочешь немножечко выйти из-за дерева, чтобы я дал тебе по морде? Нет? Ну ладно. Пробрасывает дымы. Интересно, зачем? Осторожно, осторожно, дружочек. Ты можешь сейчас сделать непоправимое. А, нормально, для того, чтобы скорость набрать. То есть скейт, он сам по себе такой опасный транспорт. А в начале так особенно, пока он еще медленный. Ну и сейчас он тоже немного рисковал, подъезжая сюда. Но кто не рискует, у того нет 30 фрагов и очка в катке. Двое топают. Я не видел, поджег он его, нет. Взорвалась еще и канистра, ничего себе там веселье. А, второй это был как раз таки Зенос, кто топал. Вот он, Рэмбо Мамин 61. Ну и переигран, что сказать. Было бы забавно, если бы здесь в тубзике сейчас сидел парень с ДБСом. Ой, я представляю, как бы у Зеноса взорвалось очко. Специально пострелял налево. Вдруг соперник, ну знаете, типа пытаясь спрятаться, зайдет за дерево так, что у него будет торчать какой-то пиксель. То есть такое могло бы быть. Здорово. Эй. Да что ж ты будешь делать? Лянищий сам поджегся, Зенос. Ты что творишь, братан? Только не умирай. Нет, все хорошо. Okay. Прям, ну видно, что, знаете, тильтанул. То есть его так достал этот парень, что он уже любой ценой был готов его убить. Потерял самоконтроль и самообладание немножечко. А эмоции иногда заставляют делать необдуманные вещи. Хорошо пострелял. Залетает вперед.
Ой, ребята, какие у вас там теперь проблемы. Какие огромные. Это да. Лидер Баба. Классный ник. Современный, так скажем. Так, только давай ты сейчас опять не пропустишь очко, пожалуйста. Очко! Хорошо, я прям сидел, ждал. Я прям смотрел из последней концентрации. Боялся, что не замечу. Или пропущу, или прошляплю. Что? Что это, братан, что? Воу! Так, ну я не понял, сегодня топ будет или не будет? Очек было достаточно, теперь нужен топ-1. Как бы... Ну а как иначе? Но это цена агрессии. То есть, если ты играешь вот настолько бешено, то нужно быть готовым отлетать. Это никуда не денется никто. Многие думают, что Райдин не отлетает. Друзья, вы просто его стримов не смотрели. На самом деле, у него вот прям, типа, настолько удачных каток, которые мы видим на Ютубе. Ну, одна из пяти, наверное. А так тоже умирает. Бывает, даже отлетает в начале. Ну, что, на стримах мы все видели прекрасно. ТикТок Хазанова. Хазанова это кто? Это тот, кто хазит много. Братан, ты срёшь как король. Ты иногда, конечно, почитаешь ники людей и подумаешь, что с фантазией? Если Хазанова есть в комментариях, плюс напиши. Хорошая должна быть. Нет, жалко. А, реанимация. Так. Зеноса осадили. Второй жизни нет. Может, сейчас будет осторожней? Кто знает. Тут сложно сказать. Ну вот, заметили? Здесь как бы игра на асах. Она такая, что... Ты всех уничтожаешь, но если подставляешься, то и тебя уничтожают сразу же. То есть вот оно. Цена ошибки слишком велика. Нет нормальных хилочек, приходится жрать бинты. Опять же, по ресурсам немножечко пока проблемки. Но ничего, найдем. Ну давай. Надо, чтобы кто-то подставился. Вот этот парень. Все. Пошла. Вот сейчас, как доминошки полетят. Вот посмотрите, как ему, да, было трудновато первого вскрыть, так скажем. Пацаны там что-то аккуратно выходили, что-то придумывали. Все, посыпались. Смотри, что-то выбегают куда-то не связано, неразборчиво. Тут еще зомби ляпа садал. Там две аптеки. Надо взять. А, есть уже, хорошо. Отлично, похилился. Еще и большая аптека была. Ну уже ладно. Усюка, иди сюда. Иди сюда за всю боль. Нет, пока, лянь, пока не получается. Нормально. Главное не забайтиться и не выбежать, как дурачок. Хорошо, не забайтился. Рональдо убил, слышь? Самого Рональдо, братан. Ну теперь понятно, что ты так бегал. Очевидно. Сразу видно вот бегуна. Странно, что ты еще после первой пули не упал и не начал кричать. А-а-а, карточку ему! Мне сломали галактику, вот что-нибудь такое, да, как обычно там футболисты симулируют. Ах,
Хорош. Не забегает на этот трап, это опасно. Ждет, что чел вывалится через дырку. Но нет. Ага, парень стреляет по берсерку. Или нет, или куда. Или это бот вообще, или он притворяется ботом. Как много вопросов и так мало ответов. Берсерк за ним побежал. Пытается задушить его Зенос, поймать. Не ловится ни в какую. Глянь, как мансит. Ни одной пули не попал. Хорошо. Префайр, отлично. Да ну что ж ты будешь делать. Еще вперед. Кошки-мышки закончились. Но это было трудно. Бегут тиммейты. Собираются помогать. Ну давай, помощники. Сейчас будут, смотри, зажимать Зеноса в тиски. Но он-то не дурак. Он-то это понимает. Плюс еще Берсерка попросил помочь. Суперзомби на стороне тех, кто силен. Тех, кто крут, у кого большие яйца. Хорош. Вот и все. Вот так. Легко и непринужденно. Зачищена локация. Ну, легко, конечно же, не было. Немножечко, кстати, просел по темпу, но я увидел АМР в руках. Да. Гроза плюс АМР. Похоже, что снова заполучил флайер. Сейчас немножечко... Нужно везение, чтобы не отлететь от красной зоны. Ну и давай, Зенос, нужен топ. Обязательно. Без топа домой не возвращайся. Ай-яй. Ай-яй-яй. Дверь, я думаю, сама закрылась. Я думаю, он не планировал это делать. Парни подъезжают. Они не ожидают здесь увидеть Зеноса. Ну, теперь ожидают. Теперь к тебе никто не подойдет. Так. Мне кажется... Нет, все равно нокнул. Я думал, что не попадет гранатой. Ну, как бы странно, что этот чувак не отбежал. Завтыкал, походу. Ай-яй, сам поджегся. Okay. Так, ну выходи один на один. Ладно, один на четыре тоже пойдет. Видели, как у него багала анимация только что? По-моему, их там трое. Но я не уверен, слишком сумбурные звуки топота. Непонятно. Разрядил себе патроны, набрал семерочные. Ага. Даже на крыше один есть. Пока что Зеноса прям прижимают к стенке. Ну, пользуются численным преимуществом. И что же делать в такой ситуации? Ну, давайте посмотрим. Пока что он как бы старается, главное, не забиваться в угол. Опять же, все заключается только в одном. В первом ноке. От этого сквада. Как только ты нокнешь хотя бы одного, сразу же игра переменится. О, это кто-то сделал за него. Но не факт, там может быть другой сквад. Кручу, верчу, обхитрить тебя хочу. Давай, принимаем. Первый пошел. Второй туда же, на лестнице. Отлично, мочим всех в сортире. 911 Рамбо. Звони, братан, звони в скорую. У тебя сейчас жопен взорвется. 19 фрагов, хорошо. Отменил бинт? Нет, не отменил. Казалось.
Так, ну давай для красоты ровно еще два. И похоже, нет, забузил тачку. Не получилось, машину взорвали. Вот такой вот неждан, друзья. Стримы каждый вечер, ссылка в описании. Резкое прощание.